Привет! Я Катерина Воронцова, интернет-проект Faberlic Business. Сегодня я покажу, как оформить заказ в обновленном личном кабинете Faberlic и как в нем работать. Для начала мы должны зайти на официальный сайт faberlic.com. Для этого в поисковике выбираем слово Faberlic. И заходим на официальный сайт Faberlic. Итак, мы с вами на официальном сайте Faberlic. В правом верхнем углу находим слово «Вход». Нажимаем и в всплывающем окне вводим те логин и пароль, которые вам пришли в SMS-сообщении. Нажимаем «Войти». Теперь в правом верхнем углу у вас появились ваши личные данные. Это означает, что вы зашли в свой личный кабинет. На главной странице вы видите все новинки, все акции, предложения, которые на сегодняшний момент предлагает компания. В том числе вот акция для новичка, например, или все новинки. Так как наша компания работает в более чем 42 странах мира, здесь мы можем в левом верхнем углу выбрать страну, то есть в ценах и валюте, которой будет отображаться каталоги на сайте, и язык, на котором будет отображаться сам сайт. У нас Россия и язык русский. Далее, вы видите, что вверху можно выбрать по категориям товары. То есть сейчас, в отличие от прошлого оформления сайта, уже здесь на первой странице вы можете выбирать товары по категориям. Например, в разделе для бизнеса можно выбрать себе пробники, пакеты и другие аксессуары. Теперь мы должны непосредственно зайти на личный кабинет. Для этого в верхнем правом углу находим слова «личный кабинет». Либо если у вас сокращенная версия, маленький экран или экран телефона, вам нужно будет нажать на фигурку человечка, вот серую. Либо личный кабинет, либо фигурка человечка. Все, мы теперь в своем личном кабинете. Здесь мы, как видим, можно зарегистрировать человека в свою структуру, посмотреть свой счет, сколько у вас денег на счету сейчас, либо сколько начислена объемная скидка, если вы работаете. Здесь вы можете посмотреть все оформленные вами заказы. Здесь свою структуру, если вы являетесь организатором бизнес-структуры и строите систему свою. Здесь же вы сможете посмотреть отчеты. Они полезны не только для тех, кто работает в компании, но и в целом для дисконтных покупателей, потому что здесь есть, например, отчеты по стартовой программе. Здесь есть отчеты, оборотная ведомость по баллам, то есть сколько вам начислено баллов в накопительной программе, сколько и когда у вас они были списаны. Здесь же в личных данных вы сможете указать свой адрес, если вы, например, просите доставку курьером, подробный адрес. Здесь же вы можете настроить свой интернет-магазин и поставить фотографию, если вам интересно и хотите поставить свой личный кабинет, например, фотографию. Здесь же вы можете общаться внутри сообщества, то есть внутри консультантов компании Faberlic, и написать в обратную связь менеджерам компании, если у вас возникли какие-то вопросы, если у вас есть какие-то претензии, либо если вам просто хочется за что-то поблагодарить компанию, либо оставить свой отзыв. И здесь же кнопочка «Выход» для того, чтобы выйти из своего личного кабинета. Внизу теперь, если мы промотаем ниже, подробная информация о компании, здесь различные видеоролики интересные о продукции и рекламные ролики. Здесь же вы сможете найти все пункты выдачи, которые есть по России и миру. Пункты выдачи, представительства и офисы компаний. В разделе «Бизнес Faberlic» узнаете все о том, как здесь зарабатывать, о том, какие виды заработка есть, какие возможности предоставляет компания. В разделе «Новости» все новости компании и обратите внимание, флеш-каталог. То есть, нажав на флеш-каталог, вы перейдете непосредственно на все каталоги, которые сейчас действуют в компании. И даже те, которые будут действовать в ближайший период. То есть, первый каталог у нас действующий, второй каталог тот, который будет действовать с 28 августа, например.
Вернемся назад. Здесь в разделе «Помощь» полезная информация не только для консультантов и организаторов бизнес-структуры. Здесь важная информация, например, для простых покупателей. Подробная инструкция о том, как оплатить заказ, как получить заказ, где его получить, как вернуть товар, который вам не подошел или пришел с браком, например. Как работать с автозаказами, что такое автозаказ, а также все-все акции, которые действуют в компании. Теперь подробно рассмотрим, как оформить заказ. Есть несколько способов оформления заказа. Первый из них – это оформление через каталог на главной странице. То есть по разделам выбираем все, что нас интересует. Можно выбирать в новинках, можно в разделе косметики, например, нас интересует тушь. Выбираем в разделе макияж для глаз. И выбираем понравившуюся тушь. Для этого мы нажимаем на понравившийся товар, открывается карточка товара, выбираем количество нажатием плюсик, например, или минус, или можно сюда ввести количество необходимое вручную. Далее нажимаем кнопку «Добавить». Так, продолжить покупки. Нам еще необходимо ввести товары. Далее покажу еще один способ оформления заказа через флеш-каталог. Для этого вверху находим кнопку «Оформить заказ» и нажимаем «Флеш-каталог». Этот способ удобен, если у вас под руками нет печатного каталога и вам интересно посмотреть все действующие акции компании, которые представлены в каталогах. Открываем действующий каталог, то есть нам нужно посмотреть, какой период действует каталог. Очевидно, что данный каталог сейчас недействителен, поэтому выбирать продукцию мы должны по действующему каталогу. Есть и дополнительные каталоги, они все действующие на сегодняшний момент. Например, открываем каталог продуктов функционального питания. Открываем флеш-каталог. Вот он у нас открывается. Мы можем его листать или выбрать интересующую страницу. И, например, добавить в корзину, посмотреть артикул данного товара и внизу в поле «Заказ товаров» внести артикул понравившейся продукции. Так, выравнивающая основа под лак у нас уже была в корзине, поэтому она всплыла. То есть в корзине товары сохраняются в течение... из корзины товары удаляются на следующий день в 10 часов по московскому времени. То есть недавно у меня был введен данный продукт, поэтому сейчас он у меня все еще остался в корзине. Мы новый заказ не создавали, мы работаем в прежнем заказе. И, наконец, один из самых удобных способов оформления заказа – это через быстрый заказ. Очень удобен, когда у вас есть под руками печатный каталог или вы знаете наименование артикула продукции. Здесь, смотрите, все тот же заказ, никуда у нас ничего не пропало, все та же корзина. Сюда вы вводите либо наименование товара, например, стиральный порошок. И выбираете из всплывающего списка тот стиральный порошок, который вам нужен. Скажем, концентрированный универсальный порошок. Голубая упаковочка. Так, это старая упаковка. Нам нужна новая упаковка. Стиральный порошок. Порошок концентрированный универсальный. Дом Фаберлик. Это маленькая. Ну ладно, добавим ее. Для этого также в всплывающем окошке, которое рассказывает нам подробнейшую информацию о составе продукции, о том, как ее применять, мы нажимаем кнопку «Добавить», все, она у нас в списке. Так, добавим еще что-нибудь. Например, вводим артикул 0203, бумажка для лица. Добавляем, скажем, мне нужно там 3 штук, 4 штуки. И нажимаем кнопку «Добавить». Так, предположим, мы ввели все необходимые товары.
без специальной акции, без акции бонус за покупку. И нажимаем кнопку «Продолжить оформление заказа». Все, мы перешли с вами на второй шаг оформления заказа, который называется промо-акции. Здесь все акции, которые вам предлагает компания. Акции каталога, да, то есть те продукты, которые идут в каталоге со значком «Бонус за покупку», вы выбираете здесь, а не на первом шаге оформления заказа. То есть если вы их ведете на первом шаге оформления заказа, у вас выйдет не специальная цена, а обычная красная, которая вот указана обычным небольшим шрифтом. А если же вы выбираете продукцию здесь, то здесь она у вас как раз будет по этой красной специальной цене. Например, ароматы, да, нам надо ароматы. Здесь вам указано, в каком количестве вам разрешено выбрать данных ароматов. То есть в зависимости от того, на какую сумму у вас заказ, то есть у нас условия при покупке на 299 рублей, вы выбираете один товар. Здесь у нас, значит, разрешено к выбору 4 товара. Выбираем, например, одно наименование, обязательно нажимаем кнопку «Выбрать». Все, просматриваем, обязательно просматриваем все акции, которые нам предлагаются компании. Раскрываем акции каталога, потому что здесь в акциях каталога вы сможете выбирать свои подарки по стартовой программе, в том числе подарок с последней страницы каталога для новичка. Акции распродаж раскрывайте всегда обязательно полностью, для того, чтобы всегда знать, что вам предлагает компания и по каким ценам. Очень часто бывают распродажи, и старайтесь их не упускать. Во вспомогательных акциях вам часто могут быть предложены каталоги. Вы можете от них отказаться, нажав на кнопке «Отказаться». То есть нажимаем на все «Отказаться», чтобы нам с они в заказе не оказались. Следующее окно, на которое можно обратить внимание, зеленое окошко «Фаберлик Клуб». Если вы делаете уже не первый заказ, здесь у вас могут быть накоплены баллы по специальной программе Faberlic Club. Для того, чтобы выбрать подарки абсолютно бесплатно за 0 рублей в данной программе, за накопленные вами ранее баллы, вы должны нажать, да, на программу и выбрать товары. Так, ждем список. Здесь несколько категорий товаров, то есть несколько категорий продуктов, в которые вы выбираете товары. Так, сейчас на сайте, видимо, ведутся работы. Здесь у вас должны быть картинки. То есть точно будут картинки данного товара. Выбираем, например, на 15. У меня 95 баллов. Я имею право выбрать товары на сумму в категории 95 баллов. Либо несколько товаров по 30 баллов. Вот мне интересны шкафом товары по 15 баллов. Я выберу гель для умывания в количестве 1 штука. И обязательно нажимаем кнопочку «Выбрать». Все, все, что нам интересно, мы выбрали. То есть вот здесь промо для VIP-консультантов, для тех, кто я VIP-консультант, поэтому здесь мне предлагаются специальные акции скидки, то есть товары со скидкой от 50 до 70%. Здесь же можно выбрать упаковку, пакеты, например, куда у вас будет упакован ваш заказ, и применить изменения. Теперь мы внимательно проверяем свой заказ, внимательно проверяем, чтобы все цены совпадали. То есть если у вас в каталоге написано, что у вас парфюмерная вода за 149 рублей, смотрите, что здесь было 149, а не другая сумма. Проверяем заказ и обращаем внимание на первую колонку. Это сумма заказа в ценах каталога. То есть если вы участвуете в акции, например, в стартовой программе, или хотите получить подарок с последней страницы каталога, вам необходимо, например, сейчас сделать заказ на сумму 1199 рублей. Смотрите, если эта сумма превышает, да, 1199 рублей, вы выполнили условия стартовой программы, и в следующем каталоге вы сможете получить свой подарок. Вторая колоночка – это ваша цена, да, это ваша цена со скидкой. И третья колоночка – это накопленные баллы. Эти баллы идут в зачет накопительной программы, а также, если вы работаете, в зачет накопленных баллов для получения объемной скидки. И последнее – это количество товара. Все, заказ мы проверили, нажимаем «Продолжить оформление заказа».
утвердить заказ. Ожидаем сообщения о том, что заказ утвержден. Все, заказ утвержден. Дальше всплывает окно о том, что вы можете оплатить данный заказ. Вы можете перейти к оплате прямо сейчас и оплатить заказ сейчас. А можете его оплатить в любой момент до получения заказа вашего, до того, как он придет. В любом случае заказ у вас утвержден и он выйдет с пункта выдачи, с распределительного центра ваш пункт выдачи, который вы выбрали, когда делали настройки личного кабинета. Заказ вы должны оплатить в любом случае до конца действия каталога, если вы участвуете в акции и хотите получить, например, подарки. В любом случае вы можете по возможностям оплаты вы можете проконсультироваться со своим наставником в чатах. Оплата возможна через Сбербанк онлайн, через без комиссии, через офис Билайн, связной, Евросеть, также без комиссии. Либо вы можете оплатить заказ в пунктах выдачи, если ваш пункт выдачи принимает наличные. Но смотрите, что ваш заказ был оплачен до конца действия каталога. На сегодняшний момент я, например, закрываю данный заказ, данное окно. Смотрите, если вы оплачиваете заказ, то в нем внести изменения уже невозможно. До тех пор, пока заказ в статусе «Готов к сборке», вы можете внести в нем изменения. Для этого вам можно разутвердить заказ, либо удалить заказ и сделать новый заказ. Для того, чтобы внести 1-2 товара, вам достаточно заказ разутвердить. И нажать кнопку «Редактировать». После этого вы можете внести товары, которые вам стало необходимо, да, добавить. И также, как обычно, вы нажимаете кнопку «Продолжить оформление заказа». Точно так же вы заходите вновь в промо-акции. Здесь ничего не удаляется, все, что вы выбрали, по-прежнему сохраняется, так как мы работаем в том же заказе. Здесь вы можете снова что-то выбрать, что вы, например, забыли выбрать. И, проверяя заказ, после того, как проверите заказ, продолжить оформление заказа. Так, утвердить. Все, ваш заказ утвержден. Утвержден. Как вы сможете посмотреть оформленные вами заказы и в каком статусе они находятся? Вам нужно выйти в свой личный кабинет и посмотреть свои заказы под значком «Мои заказы». То есть вы нажимаете на значок и смотрите все заказы, которые вами были сделаны. То есть здесь вы сможете посмотреть, когда он приблизительно будет доставлен. Статус заказа, то есть пока он готов к сборке, вы его можете редактировать. Как только он в статусе собирается, вы его редактировать уже не сможете. Он вам уже практически идет. Дальше номер заказа. Здесь же значит, номер заказа кликабельный. Вы туда заходите и смотрите пункты, которые вами выбраны в заказе. Сумма заказа, сумма по цене каталога, сумма к оплате, включая сервисный сбор. Здесь у меня сумма меньше, так как я получаю объемную скидку, и часть моих заказов оплачивается данной объемной скидкой. Здесь же, нажав на кнопочку «Оплатить», вы опять выйдете в окно оплаты и место получения, которое вы выбираете в графе «Личные данные». Там есть раздел «Адреса доставки». Подробное видео о том, как изменить пункт выдачи, будет на нашем канале. И баллы, которые присвоены за ваш заказ. То есть здесь подробнейшая информация о ваших заказах. И здесь, так скажем, центр управления всеми вашими заказами. Здесь же по фильтрам вы сможете посмотреть всю информацию о том, когда и какие заказы были вами сделаны и что там было вами выбрано. Пожалуй, все, что необходимо было сказать о работе в новом личном кабинете. Делайте ваши заказы грамотно. Никогда не забывайте выбирать свои подарки. Консультируйтесь со своим наставником. Он всегда знает, какие для вас есть выгодные предложения.
Если данное видео было для вас полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите наши видео о том, как работать в своем личном кабинете, и о том, как грамотно совершать покупки в компании Faberlic, а также о том, как здесь грамотно работать. Всем пока-пока! С вами была Катерина Воронцова и интернет-проект Faberlic Business.